Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у меня целых две посылки. Одна посылка от компании Oriflame на 81 балл и с очень крутым подарком всего за 1 рубль, и мы эту посылку посмотрим чуть позже. А вторая посылка из магазина Grand Stock. Я уже не первый раз заказываю из этого магазина, а тут недавно заглянула, а оказывается, сайт обновился, он стал еще удобнее, и можно прям с телефона делать заказ. Я люблю этот магазин, но обычно я заказываю там постельное белье, подушки, одеяло, то есть у нас все в доме практически ивановский текстиль, а в этот раз я себя побаловала, и мне прям не терпится открыть посылку. Как хорошо все запечатано, и это просто супер. Кстати, на сайте все время действуют какие-нибудь распродажи, и их много, можно иногда приобрести тот товар, который вы хотите, но с большой скидкой, до 50% скидки. Ой, как все запечатано хорошо. Отличный ассортимент. Кстати, я сравнивала цены, и получается дешевле, чем на маркетплейсах. Посмотрите сами, прям классно. Ох, как запечатали это хорошо. Наконец-то, вау! И тут я решила себя побаловать очень сильно и нашу кухню, и опять себя. Итак, у меня в этом заказе два костюма. Один костюм на прохладную погоду, я уже готовлюсь к осени, как говорят, готовь сани летом, а телегу зимой. Вот именно это я и сделала. Ух ты! Так, и здесь у нас шикарный бархатный костюм. Вау, какой он классный! И мне очень понравилось то, что такая модель удлиненная, с поясом. И мне так понравился этот цвет. Посмотрите, какой он классный. Мне кажется, он идеально сочетается с моими волосами. И когда я его увидела, я сразу поняла, что я хочу этот костюм. Он брючный. Сейчас мы его примерим. И я думаю, что прям идеальный мой размер. Я взяла 46 размер, и есть также пояс. А второй костюм — это любовь с первого взгляда. Но тут я немножечко волнуюсь, потому что не было моего размера. Я обычно беру 44-46, но обычно 46. А тут был только один. И только 48, и я думаю, все равно возьму, потому что это моя любовь с первого взгляда, это лисички. Я очень люблю лисичек, и мне кажется, для домашнего костюма такой вот объемная майка, свободные шортики, очень даже хорошо, и ничего мне не будет большой, отличный размер. Я не люблю, когда прям все стягивает в облипочку, и я хочу быстрее его померить. Качество какое классное, слушайте, вообще супер, я в восторге, какая красота. Ну и сразу покажу вам полотенчики, потому что на новой кухне, я так посмотрела, полотенчиков катастрофически не хватает, а в наборах аж по 4 штуки. Сейчас я вскрою набор. Цены просто копейки, и они такие клевые, потому что полотенчиков всегда нужно много. Смотрите, какие они классные, они очень хорошо впитывают влагу, я уже аналогичные приобретала, хорошо впитывают влагу, они не такие неброские, чтобы вот они просто есть и в любой момент вытерла ручки или что-то, что необходимо. 4 здесь, и здесь тоже должно быть 4. Цены разные и состав разный, можно поштучно покупать полотенчики, а можно вот так в наборчиках. А этот такой забавный оказался, с котятами, что я даже просто не смогла пройти мимо. Мне кажется, это просто прелесть. И они все разные, обратите внимание, что они все вот как будто, вы знаете, как мультик, кадры из какого-то мультика. Все вам покажу, чтобы вы видели, какие они хорошенькие. Ой, эти котята супер просто. И еще одно. Вот такие классные полотенчики. В общем-то, я довольна. Осталось померить костюмчики, чтобы понять, как они сидят.
Ну что, я в примерочную. Слушай, ну по-моему идеально сел костюмчик. Отлично, просто маечка такая красивая, качество супер, шортики на месте, все хорошо сидит. Сегодня, думаю, поедем на велосипедах кататься и буду в этом костюме сразу. Очень нравится. Кстати, если вы будете делать заказ первый раз с сайта Grandstock, то по промокоду, который вы увидите здесь на экране или в описании под роликом, вы можете получить дополнительно 15% скидку. Это будет хорошая экономия. Как вам костюмчик? Пишите в комментариях. Ну, по-моему, это шикарно. Такой костюм. Прям костюм моей мечты. Вышла из ванной, присела с чашечкой чая или утром с чашечкой кофе. Ну, просто чувствую себя шикарно. Как вам этот костюмчик? 5/46 размер. Идеально для меня подошел. Ну что, костюмы перемерили, теперь можно посмотреть, что у меня в заказе. Заказ очень классный, и я обязательно вам расскажу о любимых продуктах и те, которые заказывают у меня клиенты. Как правило, заказывают то, что мне нравится. Если мне что-то нравится и мне дает результат, я обязательно об этом рассказываю. И поэтому у меня в заказе сразу несколько шампуней против выпадения волос. Очень крутой шампунь, очень. Я этим пользуюсь уже 2 месяца точно, результат классный. Выпадать волосы практически вообще перестали на расческе. Вот буквально несколько волосков. И, кстати, уже девчонки в чате тоже хвалятся, рассказывают свои результаты. Шампунь уникальный. Что, на что нужно обратить внимание? Серия HRX — это профессиональная серия, и когда вы используете шампунь, его надо очень мало, то есть вы смачиваете хорошо волосы, всю голову, чтобы прям много было воды, потом наливаете капельку вот на мою гриву, так сказать, уж, ну, громко может быть сказано, все равно волосы длинные, волосы густые. Я наливаю примерно чайную ложечку, без горки, просто вот немножечко, и хорошо вспениваю, переношу на волосы, промывает идеально, смывается все хорошо, волосы чистые, 3 дня совершенно спокойно я хожу с чистой гладкой гривой, и мне очень нравится аромат. И самое главное, конечно, то, что волосы не убегают с головы. Поэтому я всем рассказываю, всем рекомендую. Очень люди с удовольствием берут этот продукт. На серию Swedish Spa идет классная акция. При покупке 2 продуктов огромная скидка. Поэтому, когда у меня клиентка заказала скраб, а уже это ее не первая покупка, скраб Swedish Spa, он просто уникальный, он очень крутой. И я порекомендовала взять кусочек мыла, и получилось, что скраб и мыло вместе дешевле, чем отдельно взять скраб. Обратите на это внимание, пока каталог действует, можно воспользоваться таким классным предложением. Далее, конечно же, у меня в заказе туши. Туши все под заказ, и нужно будет, наверное, еще один заказ сделать и взять просто много-много туши, потому что ее забирают очень быстро. Тушь 5 в одном. Чем она интересна? Она с уникальной щеточкой. Вот сейчас вы можете видеть мои ресницы, они у меня не особо выдающиеся, но с этой тушью они сразу становятся заметными. Мне нравится разделение, укладка, то есть они прям веером лежат, и мне нравится, что я могу наслаивать 2 слоя, 3, 4, то есть для любого случая жизни. Если хочу простой естественный макияж, я делаю 2 слоя, если мне нужно по насыщеннее — 3, а если это вечерний или на фотосессию, я делаю 4 слоя туши, получается очень красиво. Самое главное, не бывает такого перегруза, или что тушь становится комочками или лохматой слишком, всегда красивые аккуратные реснички. Поэтому тушь очень классная. Есть обычная классика, это черная, и XXL в зеленом флакончике. У XXL чуть-чуть побольше щеточка, и та и другая очень классные туши. Зубную щеточку заказали, кстати, все хвалят эту щетку, я еще не попробовала, жду, когда моя предыдущая будет уже готова на помойку идти, и попробую тоже новую щеточку. Расскажите мне, классная она или нет, поделитесь своими впечатлениями. И еще один кусочек мыла Botanicals. Кстати, мне нравится вся серия Botanicals. У меня сейчас в использовании также и шампунь, и кондиционер из серии Botanicals. Я их могу чередовать вот с этим HRX.
средство для купания я поставила на ванну, мы с ним и купаемся, и моем руки, оно так вкусно пахнет жимолостью. В составе экстракт жимолости, на 95% состав натуральный, это уникальная коллекция, и мыло тоже очень крутое, оно очень хорошо отмывает, тоже обладает приятным ароматом и отшелушивающими свойствами, поэтому тоже смотрите, мыло классное, оно сейчас идет по акции. И заказали вот такое жидкое мыло Essence & Co, это серия с натуральными эфирными маслами, здесь у нас идет зеленый мандарин и, по-моему, флёр д'оранж, то есть такой, я могу ошибаться, кстати, в названии, такой цитрусовый, как сказать, с кислинкой аромат, он такой приятный, такой звонкий, у нас тоже такой, кстати, есть в одной из ванной, стоит такой точно открытый, потому что я очень люблю жидкое мыло больше, чем кусковое, но у нас всегда есть и кусковое, и жидкое, и кому какое нравится, тот такое и выбирает. Заказали масло для волос с миндалем, я расхвалила, как мне нравится его эффект на волосы, также можно с этим маслом принимать в ванную, просто носить вместо увлажняющего крема, если кожа очень сухая, делать массаж, то есть у него столько функций, или просто я беру перед мытьем головы, наношу прям на сухие волосы, обильно, не экономлю, наношу на сухие волосы и похожу минут 20-30, а потом мою волосы, мою голову, и масло смывается, но волосы такие классные становятся, напитанные. Это идеальный вариант для тех, у кого волосы пересушенные, может быть сожженные краской или сушкой, масло очень хорошо восстанавливает волосы. Самый популярный крем у меня в заказах в этот сезон — это крем против пигментации, серия Optimals, обновленная серия, но она действительно работающая, если регулярно пользоваться защитными средствами, то есть не выходить на солнце без ультрафильтра, то есть защищать свою кожу, и пользоваться осветляющими продуктами, работает на 100%. Это вот точно. Единственное, что может не сработать, если у вас пятна на лице не от солнца, то есть это может быть, да, ну, связано с проблемами по здоровью, пигментации, тогда может не повлиять, но осветлится кожа в любом случае, она будет более свежая, чистая и гладкая. По крайней мере, я этой серии, именно Optimals, убрала пигментные пятна полностью, у меня были большие пигменты на лице, но от солнца по неосторожности, просто вышла на улицу на минутку, встретила подружку, тут уже солнце поднялось, мы стоим болтаем, часа полтора просто я простояла, болтала с подружкой, в результате у меня вылезли такие пятна, это просто кошмар, но я их быстро убрала. И еще один продукт, это, конечно, омега-3, тоже под заказ, видите, у меня весь заказ под заказ, это очень хорошо, потому что в первую поставку я обычно себе все беру, все рассказываю, всем все показываю, рассказываю впечатления, даю попробовать, понюхать, помазать, вот все, что возможно, я максимально даю людям возможность попробовать продукт максимально, чтобы ощутить, нравится или не нравится, подходит или нет. Омега — этот продукт понятный и простой, то что он нужен всем, то что его катастрофически не хватает, а он нужен нашему организму, поэтому люди заказывают, хотя если, да, смотреть по ценам, то люди говорят, а можно купить дешевле? Да, можно, но такого качества вы не купите дешевле. И подарок! Та-дам! Всего за 1 рубль вот эта коробка с умными часами, хочу быстрее открыть. Знаете, что я самое удивительное было, что это фирма Xiaomi, я посмотрела вчера на сайте, еще ждала уже их, они стоят 4500, представляете? А как открыть коробочку аккуратно? Так, наклейку-то я сняла, а дальше-то что? Не вижу даже какой-то зацепки. Мне нужна помощь друга. Миша, помоги. Нашла, как справиться. Очень круто все запечатано. Но мы с вами доберемся, потому что очень хочется их посмотреть. И я смотрю всегда все вместе с вами. Так. Ага, коробочка открывается, а здесь вот такие часики, все так запак...
упаковано. Ну, к Xiaomi это очень хорошая фирма. А куда я эти часики дену? Как вы думаете? Кто угадает? Так, здесь база, зарядное устройство. Ой, какой шнур приятный, даже шнур необычный. Эти часики я подарю своей дочке, потому что у нас уже есть, и у меня тоже, кстати, подарок от Oriflame, и у Миши. Вау, какие они красивые. Сейчас найду, как их распечатать. А такие часики, мне кажется, нужны всем, чтобы следить за своим здоровьем. Очень полезно. И то, что они соединяются с телефоном. И очень круто, что сразу видно, что происходит с телефоном. Кто-то звонит или нет. Боже, какие они красивые. Я их включила. Они просто очень крутые. Очень классные часики. Так, что-то у них тут включается. Но я думаю, что этим будет уже заниматься хозяйка часов. Включать, соединять с телефоном. Они, кстати, с айфоном тоже соединяются. Дочке айфон. Поэтому такая радость. Как я их получила за 1 рубль? Наверняка многие из вас такие задаются вопросом, как? Я просто участвовала в акции от компании, когда нужно было приглашать новичков. И каждый один балл новичка накапливался мне в спонсорские баллы. И потом я эти баллы поменяла вот на такие часики. И сейчас тоже идет акция. Такие акции проходят очень часто. Просто участвуйте и зарабатывайте классные такие подарки, классные гаджеты. И просто экономьте семейный бюджет. А я вас благодарю за внимание. Надеюсь, видео вам понравилось. Пишите отклики в комментариях. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.